Люди гуляют среди деревенских домиков в тени деревьев и наслаждаются чарующими звуками симфонии Бетховена. Именно так небольшая деревня Каенберг в Рейнской области борется за свое выживание. Дело в том, что она и еще несколько соседних населенных пунктов предназначены под снос. Здесь планируют добывать бурую руду. Местные жители придумали, как привлечь к себе внимание общественности. Призвали на помощь музыку. Музыканты сказали, что Бетховен переживал за экологию, и они считают, что если Бетховен был бы по-прежнему жив, он выступил бы вместе с нами. В акции участвуют 50 музыкантов из проекта ООН «Пасторальный». Из-за эпидемии они не смогли собраться вместе, поэтому их решили рассредоточить по территории деревни. Некоторые могут видеть дирижера, другие координируют свою игру через наушники. Атмосфера здесь чудесная, здесь все к месту. Это заставляет задуматься обо всех изменениях, которые происходят. Надеюсь, что это поможет в нашей борьбе. 10 лет назад никого не интересовал наш призыв, но теперь мы в центре внимания. Посетители тоже не могут слушать концерт в одном месте, поскольку существуют ограничения на большие собрания. Поэтому они гуляют по территории, обязательно в масках и с соблюдением дистанции.